Всем привет, меня зовут Данилкин, и сейчас мы будем идти к новому рангу. У меня осталась одна звездочка, и сейчас у нас будет новый ранг. Конечно, это не убийца драконов и так далее, но это обсидиан. А после обсидиана, все. Будем богачами, будем просто профессионалами. Ну, просто на изи будем проходить, да? Ты кто вообще? Ты нубик или кто? Только с такими шлемами я вижу в них нубиков. И вроде бы, вроде на победе. Вроде победа улыбается нам. Если подумать, потому что мало ли что. Может вообще, конечно, если подумать, то эти убийцы драконов нафиг. Нафиг эти убийцы драконов. Могут так нормально лука кушать. Блин, ну пожалуй, он же ЛР, ну ок. Блин, какой я олд? Я играю в эту игру 2-3 года. 3 года. С 2019-го. Но я начал снимать с 2020-го. О, не повезло, не повезло! Не повезло, не повезло, не повезло. Ай. Ай, больно, птички. Птички живут больно. Прощай, ну басик! Ой, больно же. Ай, больно! Больно, во-первых. Во-вторых, очень больно. Очень больно! Не-н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 е
меня не существует. Так, меня не существует. Так, подушечка. Не-не-не-не-не, возвращайся на остров! За мной бежит. Нет, он не за мной. Это очень хорошо настроено. Это хорошо. А вот там вот красный сидит. Убей красного лучше. Если он меня сейчас нападет. Это закон подлости плюс 50 тысяч. Плюс 500. Нет, не 50 тысяч, а 500 тысяч. Это насколько на... должен быть сор... а я не к вам, дядя! Ай, убил у него алмазный меч и просто все отключился, я отрубился. Все, я не к тебе, хорошего дня! Я не к тебе, пацан, если что, я не к тебе, не-не-не-не, даже не думай то, что я к тебе. Я не к тебе. И лучше иди нападай на тех желтых, мне все равно. А я убью его, мне ариточку, ну или кроватку его, не знаю, что уничтожить, лучше мне ариточку, а потом кроваточку, это база каких красных, потому что здесь башня красных, можно ее улучшить. И мне ариточку здесь уничтожить, а не все ресики. О, хорошо. Ну все. Все, ну ранг гарантирован. Даже если мы проиграем, то нам все равно звездочку дадут. А мы здесь уже наверху. Опа. Как бы здесь бы выжить. Я без кровати. И я не знаю, что мне делать. Я без кровати. И я не знаю, что мне делать. Она меня тут нападает нубик и хочет убить. Но я не нубик, но и он и нубик. Не знаю, что мне делать. Я не знаю. Обожаю ремиксы под эту музычку делать. На меня нападает сиди. Помогите! Я не хочу умирать! Я не хочу! Ты что так взгрыманул меня? Ай, мне страшно вообще-то! Ты что меня так... Давай, Да, получилось! Принц обсидиана, да, ура! Победа у нас принц обсидиана.
Может, как раз что-нибудь сделать. Давайте сундучком откроем. Блин, сундучком. Так, ну руны у меня пламя, меч очень много. Ну и вампирки есть тоже. Ну пламя, меч, потому что можно поджигать, поджигать и поджигать. Так, давайте посмотрим награды на этот ранг новый. Какие есть ранги? Ну, давайте докажу. Да, вот после принца обсидиана идет убийца драконов. А потом охотник, которого я не смог добиться. Но хочу вам сказать. Игроки... Только 1% могут находиться. А я что, 1%? А, я 5% сейчас? 15%. Да хватит обманывать. Продолжайте борьбу, борьбу. Блин, если я стану убийцей драконов, я стану уничтожитель драконов. Кстати, когда я играл и увидел какого-то дракона, и там убийца драконов вроде убил реально дракона. Ничего себе совпадение. Это что, нитритовые блоки? Ну-ка, реально? Ну-ка. Или я так с каждым не... Нет, это нитритовый блок. Нифига себе. Я помню те времена, когда еще не было. Он не ломается! Нифига себе, это... Нет, это бедрок. Надо скин на алмазную кирочку купить, и тогда есть шанс, то, что мы его сломаем. Давайте посмотрим, сколько у меня пазликов. Я хочу пазлики. Так, сколько у меня пазлов? А жаль, я хотел купить шлем очень прикольный. Сейчас покажу вам. Вот есть такой вот шлем очень интересный. Либо робот-воин, либо радужный зверь. Мне он что-то больше нравится. Потом хочу купить робота. А потом, если повезет сезон, то я могу сделать какие-нибудь такие вот челленджи. Например, получить такой кровать. Кинг-кровать. Кстати, помню, когда добавили недавно первого вот акулу, я думаю, то, что как будто донатер. Реально, я раздесу. Реально, донатер. Ну как можно такие дорогие? Так, что там по моим вызовам? Ну, немножечко осталось. Реально, мне надо это и это все. И все. И подарочек будет у нас. Так что вот такие вот делишки. Я еще решил в честь нового ранга немножко поиграть в соло. Жаль, что здесь ранг не могут показывать. Хотя я обсидианчик. Зовите меня обсидианчиком. Блин, помню, когда я написал новый ранг, но это принц обсидиан. А, и опять новый ранг, но это вроде... Вот так вот я писал, и опять новый ранг, но это обсидиановый. Потому что я вроде часто играл и вечно побеждал. Прощай! Навсегда! На, получше, все. Прикольно, я его так отфигачил. Блин, будет плохо, если он меня... Ай! Ты чё меня бьёшь? Ты чё меня бьёшь? Ты чё, профика? Ты чё мистера обсидианчика бьёшь? Нифига себе, мистер обсидианчик даёт. Хорошо. Так, пока что всё хорошо. Никто нашу кровать не ломает. Может, с кем-нибудь затимимся. Хотя я не хочу, чтобы ролик продвинул. Я хочу, чтобы ролик был, ну, где-нибудь... Менее 20 минут. О, там зеленая ФКшка. Нифига себе, какашка. Зеленая ФКшка. Ой, сейчас сломаю. Сейчас его уничтожим. Если он уничтожит, он будет в шоке, потому что как это вообще возможно? Опасно. Он донатер. Вот реально, с такими вот шлемами, я думаю, то, что это донатер. С акулой. Такой вот с газировкой. Это донатер. Ну реально, не может быть такого. То, что не было... Не может быть такого, то, что так долго пазлы копить. Реально. Давайте я с вами затимнюсь, ПЖ. А то на меня синий сейчас нападет. Пожалуйста, я с вами хочу затимиться. Я хочу с вами затимиться.
пока меня этот синий не уничтожил. Не, вам стеньку. Не. Не. Он уже близко. Не, сосиска. На сосиску тебе. О. Подарочек хочешь? Подарочек хочешь? На подарочек. На подарочек. Внимание, терминатор идет уничтожать! Внимание, терминатор идет уничтожать! Внимание! Внимание, терминатор идет уничтожать! Ай, убивай на фукашку, какашку, пока ты можешь! А мы сдохли, ля-ля-ля. Сейчас будем флексить. И где флекс? Аппетит этого флекса нету. Ладно. О, наконец-то появился что-то громко. Эти громко очень, я оглёкш. Что-то громко, хочу сундучок. Топорик хочу. Ключики, ключики, я хочу сундучки пооткрывать. Ладно, ок. Так, соло. Вот такой вот я хочу. Блин, я хочу. Блин, мне не дают. Я бы за рожики сейчас бы. У меня уже два завершено. Мне же тоже осталось 55. Ну ладно, такой вот видосик получился. Я не знаю. Я не знаю, как его назвать. B2R51. Или у меня новый ранг. Не знаю, давайте первый B2R51. Я напишу новый ранг B2R51. Хотя вы его увидите так и так. И давайте. Наша любимая прощай.